Мы сформировали площадку, на которой мы попробовали поставить для себя вопрос и соотнести его с нашими индустриальными партнерами, какой заказ на нового выпускника у них уже сформировался, правда, до текущих событий, но тем не менее. Мы это обсудили, примерно для себя прикинули, как это будет проходить по времени, на каких это можно сделать площадях и как изменить образовательную программу. Это мы как вуз, да, мы как профессиональное сообщество. И начали реализовывать новую программу «Нефтегазовое дело. Бакалавриат» в новой парадигме. Как только начали ее реализовывать 4 года тому назад, сразу же обратились к учредителю Министерства науки и высшего образования за экспертизой того, что мы делаем, и правом сделать ее потом тиражной. Мы получили инновационную площадку в области инженерного образования, федеральную инновационную площадку благодаря этой программе. И, естественно, качество образования – это первый критерий, который в нее закладывался. Вот они поэтому элитные, потому что качество их образования на порядок выше остальных. Потому что они занимаются проектной деятельностью, работают с компаниями, начиная с первого курса. Они привыкают к потенциальному работодателю и уже работают под их задачи во всех своих проектных группах во время образовательного процесса. Элитный инженер – это высокий статус.